Участок протяженностью 300 метров перекроют с 4 по 13 июля. Объехать его можно по трассе М4 Дон, южный подъезд к Ростову, по участку А35, Восточное шоссе или через город. Автомобильная дорога будет перекрыта в связи с заменой водопропускной трубы вот на месте, на котором мы сейчас находимся. Это связано с тем, что нужно полностью выполнить разрыв данного участка дороги, проложить трубу и вернуть все в исходное положение, затем перекрыть асфальт. Асфальт на всей Левобережной кладут по современным технологиям. Метод холодной регенерации заключается в том, что материал для основания полотна берется прямо под ногами. Эта машина-ресайклер снимает старое дорожное покрытие, к нему добавляют щебень, бетон, цемент. Вяжущие составы и спецтехника тут же выдает новую бетонную плиту. По ней проходит каток и сверху кладут два слоя асфальта. Эта технология выгодна со всех сторон. Во-первых, мы используем существующий материал. Его не надо снимать, его не надо вывозить, его не надо утилизировать. С экологической точки зрения, потому что старый асфальтобетон, это были бы сейчас сумасшедшие горы, которые сближали, загрязняли бы экологию. Прочность такого основания подтверждается на улице Цезаря Кунникова. Там 18 лет назад уложили первую такую плиту. И с того момента меняли только верхний слой асфальта. А основание, по оценкам дорожников, прослужит еще не один год. После методом холодной регенерации в Ростове отремонтировали дороги на Доватора, Малиновского, Армянской и Фурмановской. Галина Горлова, Юрий Бабенко, на Дону.